Для проведения у себя в учреждении праздничного новогоднего мероприятия нужно изначально получить соответствующее разрешение у Государственного противопожарного надзора. В Якутске начались плановые профилактические мероприятия. На рейде противопожарной службы побывал Иван Подойницын. В группе «Василек» 16 детей. Все дети выведены за 5 минут. В группе 17 детей. Все дети выведены за 5 минут. Логопедическая группа «Брусничка». В наличии 8 детей. Дети все. Холодное утро в Жатае для самых маленьких его жителей началось сегодня с учебной пожарной тревоги. Согласно предписанной схеме, в определенный срок все воспитанники детского сада от мала до велика должны быть быстро собраны и выведены на улицу и в случае необходимости направлены в отведенные под такие случаи близлежащие здания. Рейд проводил уполномоченный на профилактические работы противопожарный инструктор Троян Елена Андреевна. В организациях абсолютно во всех проводится эвакуация. Если брать детские дошкольные учреждения, тут проводится раз в квартал. Да? Также образовательные учреждения среднего звена, также проводится постоянная эвакуация. В местах с ночным пребыванием людей, да, бывают ночные эвакуации, мы проводим. Это отрабатываются в основном действия не людей, а персонала. Да, которые умеют правильно скорректировать эвакуацию, и чтобы никто не пострадал. Время наши детские сады показали хорошее. У нас составило в среднем 7 минут. Это очень хороший показатель для зимнего периода. Указом Дальневосточного регионального центра МЧС от 7 декабря 2016 года предписано обеспечить пожарную безопасность в период проведения новогодних праздников. Поэтому уполномоченные службы активизируют пожарную технику и свои гарнизоны, проводят рейды и профилактические мероприятия. С начала этого года, это с 1 января по 10 января этого года, у нас произошло более 30 пожаров. И погибло 4 человека, травмировано было 3 человека. До 10 января будут функционировать посты и дежурная техника в местах массовых событий. Ну а пока личный состав противопожарных служб продолжает инспектировать проездные пути и наличие водоисточников, проверять планы пожаротушений и готовность персонала учреждений. Иван Подойницын, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.